Названы новые сроки сдачи детского сада в городе Куровское. С недавнего времени на объекте возобновились работы, и сейчас задействовано более 15 человек. С рабочим визитом строительную площадку посетил глава городского округа Геннадий Панин. Привезли для вентиляции, вот воздуховоды, привезли электриков, сейчас работают, и начинаем производство работы мобилизации участка. После решения проблем с финансированием подрядчик снова приступил к работе. Уже 2 года им приходится исправлять серьезные ошибки, которые изначально были допущены недобросовестными строителями. За это время поставлены стяжки для усиления каркаса, демонтированы и заново построены перекрытия. Большая работа проведена с кровлей. На площадке 19 человек находится. Это вентиляционщики, сантехники, отделочники, которые сейчас занимаются как раз монтажом, и электрики, которые занимаются монтажом инженерных систем и отделка. Мы смотрели с вами, видели там, да, отделка санузлов на сегодняшний день и в групповых зашивка потолков огнестойким гипсокартоном. По словам подрядчика, сейчас никаких проблем нет, и работы ведутся по плану. За его выполнением будет следить специально созданная комиссия. В нее вошли представители администрации городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, депутаты и независимые эксперты. Сегодня мы видим, что действительно детский сад стал намного лучше, то есть конструктив изменился. Сейчас вот мы комиссионно все это прошли, и внушает доверие уже то, что сейчас мы увидели. Работы, на мой профессиональный взгляд, выполнены грамотно. То есть все те конструкции, основные конструктивные, которые необходимо было усилить, они были усилены. Сейчас я не экспертиза, но вот на глаз, вот то, что мы видим сейчас, это все внушает доверие, и действительно сделано в соответствии с той проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Также строители должны предоставлять ежедневный фотоотчет о проделанной работе. Объект уже на финишном этапе. Вот здесь необходимо сейчас заниматься и подготовкой документов для ввода. Вот, я думаю, что настойчивость, внимание и профессионализм коллег будет здесь также очень полезным. Я думаю, что в еженедельном режиме мы, в общем-то, будем контролировать и обязательно этот объект доведем до конца. Куровской детский сад на 200 мест – это один из проблемных долгостроев в городском округе Ликино-Дулево. Его строительство началось еще в 2012 году. По словам нынешнего подрядчика, проблем с работами возникнуть не должно. В планах закончить строительство детского сада до конца этого года.